3, 2, 1, минус бот. Блин! Здорово всем, ребята, Кенту на проводе. Прямо сегодня я не один, со мной Тик. Так ему всем привет, ребятушки. И прямо сегодня мы снимаем нашу любимую рубрику «Обмен скинами». Но я против тиктака. Мрадик, пару слов для потомков. Дорогой ты мой, я тебе буду оставлять скинчики, с которых ты можешь играть. Если я тебе положу дигл, значит ты будешь играть с диглом. Если я тебе положу флешку, ты будешь весь раунд играть только с одной флешкой. Давай так, давай договоримся. В первом раунде оставляем хороший дроп. Хороший дроп друг другу. Давай, брат. Ну знаешь, ну мы все-таки нормально, уважаем же друг друга, правильно? Да, братан, эти такой дроп оставим, просто офигеешь. Ты будешь... Аша ты хаешечка кинешь, не? Хаешка не кинул, не? Я без хаешечки. Лови аптечку. А где? Блин, мне на хаешку не хватило. О, чувак, это не говорит! Ребята, прожмите лайк. Алло, где дроп, алло? Ну я же тебе сказал, я тебе оставил очень хороший дроп. Подожди, я кое-что забагал, посмотри на респе, там вместе с дигломом и аурейтом. Ты видел М-ку? М-ку? Посмотри, да. Ты М-ку забагал? Реально? Блин, чувак, ты меня развел, ты заплатил в это время. Ах, ты говничела. Короче, ребята, прожмите лайк, и я напихаю тиктаку. И обязательно подпишитесь, мужики, а то с прошлого рубрики мало кто подписался. Мордва, если это видео наберет столько просмотров, то тиктак стрижется на лысо. Сюда, малышка, как эти на навсчастки. Фу, чувак, это было максимально подло с твоей стороны. Все, чувак, ты за это очень жестоко ответишься. И в этом раунде ты будешь играть. Слышь, а тебе нравится Бобин, как ютубер, в целом? А Бобин? Да, нравится. А Бобин это имба, что ты мне там М40 оставляешь? Чувак, у тебя выбор огромный. А ты мне мносил выбора, да? У тебя тут поляна целая, как грибов, только поляна других скинцов. Ой, братик, спасибо. Выберешь. Так, ну что? Там суммарно лежит голды, наверное, миллион. Блин, я опять забыл хаешку купить. Блин, сейчас 100% меня кинешь, да? Ты где? Я, братик, так я же... Ого, спасибо за дроп. О, братанчик, нифига, эмочка какая. Офигеть, монстр, ты это... Все бабки себе, наверное, на нее слил. Братан, у тебя там в инвентаре вроде 200 голды осталось. Ой, дядь, готовься. Тихо, Белла. Опа. Наказал, на нож, унизил! Тихо, я буду тупо хаешки закидывать тебе тупо в рот! Такой у тебя вопросик, на интеллект! Отказано! В смысле отказано, братик, смотри, сколько будет 301 минус 300? Ой, не, 301 минус 1! Один, раз! Нет! Сколько будет 301 минус 1? Все, чувак, давай, ты меня не затроллишь, давай, нет, не упеживайся! Ну, мужик, ну скажи, просто что не знаешь! 3 и 2 нуля! А что это такое? Я такой цифры не знаю. Это братан, это математикой было заниматься в детстве. Я тебе не братанчик, я тебе братанчик, получай! Опа, подлюкиш! Тихо, я тебе в следующий раз. А я по тебе попал? Не, вообще ноль. Ну я тебе стал реально нормальный друг, без дропа. О, чувак, тебе тупо хано. Я тебе говорю, я сейчас тебе тупо... Дядь, ты мне хороший дроп поставил. Обижаешь. Ты что, прикольный мужик, что это за какая-то? У меня денег не было, ты меня два раза убил. Дядь, а что ты быстро плейтишь, так нельзя? Я тебе в ногу стреляю. Смотрите, я реально в ногу сейчас выстрелю. Первый выстрел будет в ногу. Давай. Ой, что? Дядь, еще ты метки. Подожди, давай решим, на что мы играем, чтобы было интересней. Чувак, ну смотри, я сейчас оставлю дроп, на который мы играем, на респе, хорошо? Чувак, хорошо? Хорошо. У меня на него денег не хватает. Ладно, короче, давай так, я оставил дроп, потому что он золотой еще, он очень золотой. Не, ну реально, то есть ты кирголд оставил? Мы играем на кирголд? Конечно, брат. Подожди, а как ты его скинул, если ли ножи не скидываются? Как не скидывается? Блин, одна. Чувак, я ничего не вижу! Лови аптечку! Так, тихо, бери сюда. Твою мать, 30 хп! Осталось 30! Триндец, как реально 30 осталось? Да, реально! Мы играем дуэль на Диглоу Рейд? Чувак, да! Триндепа! Я уже не хочу играть в дуэль на Диглоу Рейд. Братик, а что ты знаешь по тактике Пиксель? Тебе знакома эта тактика? Майк... Это триндец, я так успел заплеить,
Лёх, ну что, давай подожди. Брат, давай, почему такой Лёх? Давай, ты сначала должен полностью плента бежать, а потом задефузить. Ну реально, задача твоя. Вокруг плента бежать, а потом задефузить. Лёх, давай. Ну давай, давай, пробежал. Только 10 раз. 10 раз, Лёх! Да, конечно. Можешь и 100 раз пробежать. Еще раз. Братик, а знаешь, что это такое? У меня в руке бутылка, смотри. Не узнаешь ее? Это бутылка, на которую ты сядешь сейчас сегодня, понял? Не, братик, ребята, прямо сегодня мы настанем тик-така прямо на эту бутылочку. Ой-ой-ой-ой-ой, вот осуждаем, ой-ой-ой. Давай так, вот давай в этом раунде без дропов друг друга ставим самый хороший дроп. Вот знаешь, чисто из-за уважения друг к другу. Только не спеши плентить, реально, дай добегу хотя бы. Я пленчу. Да куда, я не добежал! Ребята, хэштег рикошет. Ох ты говнючела! Закрылся, запрятался. Я не попал в тебя, да? Там мало очень сидел, да? Брат, у меня только одна проблема, ламба или фера. Погнали, родной метрубин, заработаем. Хочешь, если я только стеклом буду сейчас валить? Даже не буду твой дроп брать. Да, ты для меня изичный. Да, чак, не, вантапом. Смотри, давай так. Твоя оловень, следи сейчас. Вероятность моей победы какова? Ноль. 99,9. Так ну, твою раз, налево! Ну, блин! Что, а что там вообще туда залез? Кто тебе разрешал? Что там лазишь? Откуда у тебя в МТХ было, слышишь? Мрад, я домой. Ну что, я тебе буду авик скидывать, потому что ты с него не умеешь играть. Не, он скинь мне авик. Все, кто смотрит мои стримы, они знают, что если я играю с авиком, это габелла. Это полный габелла, это габелла, потому что ты не попадешь ни разу. Не, брат, это габелла для противников. Ну что? Ну что? Давай сюда! Давай. Ой, куда? А куда ты кинул? Чувак, это пишет, что ты не успеешь задефузить не успеешь, чё? Да, сейчас, смотри. И мои уважаемые леди и джентльмены, перед тем, как я продолжу унижать дальше о тик-таках, хотел бы вам сказать, где же я беру все эти топовые скины, где же беру все эти арканы, конечно же, ответ крайне прост, на булдропщике. Хочешь топовый дроп, залетай на булдропщик, тем более там есть крутой ивент с Крампусом, и самое главное, добавили новую коллекцию кассиков. Ну а сверху на этой башку ты видишь два секретных слова, по одному ты получаешь дополнительный процент, а по второму ты получаешь халявный подарок. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Я уже нашел дроп. Ой-ой-ой, смотри, какой дроп, алло, это я нашел дроп. Алло, это нечестно. Алло, ну капец, тебе хана, тебе отвечаю. Оооо, да, тактика пиксель, да. Ты читеришь, это дроп я просто скинул, не тебе, алло. В смысле, я подбираю весь дроп, который я вижу, что-то сбросил прямо у меня на пути. Я тебе такой же дроп, как ты мне оставил, такой же оставлю, на. Я тебе очень хороший дроп оставляю, еще подписчики, вот подписчики свидетели, что я оставляю очень щедрый, хороший дроп. Сейчас посмотрим. А я же имею право заплатить, да, без дропа? Имеешь. Давай, давай. Планчу. Сюда! Хочу налево, чувак! Это было! Получается! Я плейм ставлю! Опа! Боже, ты дроп забрал? Нет, еще. Ты без дропа поставил? Это че за какая? Чувак, ты че мне стал переться? Это нереально выиграть. Братанчик, давай, родной. Не, мне кажется, после этой дуэли ты будешь братанчик. Давай, родной. Ты реально взял М40? Да, я тебе сейчас вандапик поставлю в голове. Очко мамонта. Давай, давай, давай! Ой, хорошо. Давай! Блин! Давай! Просто на шару! Залетело! Это просто пиздец! Лайк просто в комментариях все написали! Давай так. Вот я тебя очень сильно уважаю как друга, и ты меня тоже. Давай этот друг ставим дроп, вот, на который кто-то из нас заслуживает. Согласен? Давай, родной, я тебе имбулечку ставлю. Такую брат, имбу. Я тебе ставлю ты будешь скин. Орать от радости. Я тебе ставлю скин, реально. Я тебя уважаю как друга, я тебе стал очень так, другой скин, с которого играет все на ютуберы. Но скин бы какой-то, да? Нет! Нет, блин! Мазила не попал! А я книжки не бросаю, потому что я настоящий мужчина. Может, тебе денег не хватило, да? Ой, мой, я ты молишь. Опять 740, чувак! Что за фигня? Ты говорил, что ты раз 740 лучше Бобина. Было дело! Да, сейчас я контакт тупо в голову поставлю. Зови меня шаровоз, понял? Шаровозик. Смотри. Давай, прыгни просто раз, прыгни. Да блин! Да! Да! Раз или четыре выстрела, ни разу даже близко! У меня знаешь, пуля, почему? Пуля косолазая, одна лезь вправо, вторая влево! Мрад, вся причина в том, что ты не знаешь, кто такие маслята, брат. Что, прямо как сейчас. Ты был ногой? Клан маслята, родной! Клан маслята. Я слышал. Это, по-моему, клан нубов. Нет? Что ты сказал? Что ты сказал? Слушай, клан нубов каких-то там что-то. Несли, папочка. Давай так, давай друг другу сейчас там супер дорогой дроп. Супер дорогой дроп. Так.
Так, хорошо, Брат, ты знаешь, что я тебя очень сильно уважаю. Я тебе ставлю такой дроп, такой дроп, на чем летит. Я говорю, сразу, только, ну, сразу, ну не злись, что я слишком тебе много дропа ставил. Я потратил все мои деньги. Давай, 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 давай. Ты готов? Давай, давай. Давай, оба! Давай, давай, я вслепую бросил хаешку. Блин, я не попал в пути, да? Три, два, один! Попал? Че, а дроп, который слева лежит, считается вообще или нет? Не, подожди, я тебе ставил там дроп. Подожди, тут рядом АВП и этот... Подожди! А где мой дроп? Где мой дроп? Слушай, а я могу бросить АВМ, который скинул? Нет, 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 чё, туда же нельзя ходить. Там не бибир, а преграда. Если ты возьмешь скин, то у тебя бибир, пипир... Лови гранатку, ловишь гранатку, ловишь гранатку. Лови аптечку, давай. Давай, давай. Я что-то смог кинул. Ну что, сюда. А, в дыму прочитай, да? Как мужчина выходи. Сюда! Сюда. Давай, давай, давай. 3, 2, 1! Ах ты! Сюда! 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 Что, чувак? Нет, 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 нет! Да блин, да ты надоел! Да! Да, я успею! Я успею! 3, 2, 1, успей! Не успеешь, не успеешь! Да! Гол! Лежать! Чувак, ты! Кто ты? Я думал, ты без диффузов! Слушай, можно я тебе скажу пару приятных слов? Нельзя! Ты грибопенч, ты грибожуй, ты пипожуй, ты перхоть, ты пыль, ты заступа! Волосатый гриб! Я тебя нахожу на эту пику! На тебе! Слышишь, лежа на колени. Отойди. На колени. Сейчас на колени ты упадешь. Через мид? Так сейчас ты мне не дашь пройти. Забоялся, да? Так, так, так. Опа-па. Берем сначала дигл. Это что? А, ты плетишь? Не успеешь дроп взять. Все, я уже побежал. Забрал дигл. Давай, давай, давай. Я диффужу уже. Дядь, спасибо тебе за ESP. Я уже диффузил. Я почти задиффузил. Уже диффузишь ты? Да, изи, бро. А, ты не взял дроп, я понял. Я взял. Да, окей. А как ты узнал? Подожди, а как ты узнал, что не взял дроп? Ты кого на ха берешь, малышка? Это было логично, я по брейну тебя вычислил. Я сидел, ждал, пока ты выбежишь. Ты не убегал, значит ты прячешься. Это логично. Ты не надо курить, чтобы подвели статистику самых умных ютуберов. Вот дай какое-то место. Первое. Правильно, но с конца. С моего конца. Все, давай, родной. Я сейчас тебе тоже скину. Потрениться, так сказать. Так, тихо, смотри, смотри. Вот так вот. Опа. Ребята, огонь развел. Давай! Ты куда? Да отстань! Фу. Не, не попал, не попал, нормально. Блин, дядь, а что в дыму? Мне говорят, что ничего нет. Ты что, гонишь? Ищи! Дядь! Тут ничего нету, ты чё? Ну не знаю, там что-то осталось. Там, не, подсказка, там что-то есть. Что-то есть. О-о-о. А что? Брат, я с М40 просто играю не очень. А ты знаешь, сколько у тебя киллов на М40? Попал! Вот это жесть! Опа, под флешку! Прифайр. 2, 1. По брейну! О! Давай! Давай! Метру на блину работаем! Да! Да! Я был за ящиком, алло! Смотри, у меня наводка на грибонюхал. У тебя наводку стоят, понял? Брат, наводка на грибонюхал. Чувак, ладно, это трындец. Не могу с тобой играть тупо, и себя не уважать. Хочешь прикол жесткий? Да! Не попал, не попал. Давай, давай, давай. А я бегу с тобой, давай. А я бегу с тобой, а я бегу за тобой. Давай, 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 давай. Ах ты! Ты поразвел как дубалимого, а теперь что ты мне скажешь? А теперь что ты мне скажешь? Ой, блин, у меня заело, чувак, мышка заела! Мышка, мышка не довела, да, мышка не довела кончено! Нет, 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 отстань! Ой, ой, родной! Я дроп не забрал! Давай, 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 родной! Я не успел просто бежать, а что ты мне ставил? Чувак, ты можешь мне хоть раз в жизни нормальный дроп оставить? Алло, у меня денег не хватает просто на него. Ты чувак, денег не хватает на... Ааа! О, ты легчайший. На тебе, прыжки, какой ты родной. Лакер, какой бачину. Ты лакер. Чувак, ты тупо лакер долбанный. Прямо сейчас битва будет. Глава маслят против главы. Как там твой клан называется, перхоть? Слышишь, ты перхоть, алло. Глава маслят против клана. У тебя перхоть, у тебя перхоть в штанах, понял? Против клана ты перхоть. Под смочим, так скажем. Это, понял, это отвлекающий смок называется. Знаешь, что мне нравится, когда мы с тобой записываем видео? Вот реально, когда я записываю видос с тобой, нам Риком и так далее, мы друг другу плюс-минус нормальный дроп скидываем. Чё, куда мы с тобой? Ты должен был мне огонь кидать, чувак. Давай. Попал! Ты мне в яйцо стоишь.
быстрее. А уже ты мне пистолет закинул, и все? Нет, там куча дропа, ищи в дыму. Я ничего не вижу, что ты хочешь. Тут уже смог прошел. Там куча дропа, чувак, ищи в дыму. Да, ищи, я тебе сейчас найду. Сюда. Раз, два, три. Замыслят! Ни хрена как! Чувак, ты видел пистолетку назад? Я у тебя был на расстоянии 100 метров, я почти на другом планету стоял, как ты меня убил. Ребят, давайте так, чтобы никто не говорил, что я скидываю плохой дроп. Никто, не пишите в комментариях! Я настоящий мужик, сейчас скину реально хороший дроп. Денег нету, чуваки, денег нету. Ну, чувак, но ничего страшного, пойдешь побомжуешь, как обычно. У меня реально нема, на, я тебе скидываю. Ну, я говорю, пойду. У меня ровно ноль, без шуток, ровно ноль. Оооо, нашел дроп. А дым прошел или нет? Дым прошел. Вантапик. Чувак, да ты надоел, ты мне 5 раунд подряд оставляешь, не пистолет. У меня денег нету, чувак, реально. Я говорю, минут. Тебе полная габелла. Тебе полная габелла, я тебе за это уже столько накажу. Ой, давай. Чувак. Вантапиком, смотри. Ну-ка, смотри, ну-ка, ты где? 3, 2, 1, минус бот. Блин! 3, 2, 1, родной, лови пилюлю. Минус бот, я слился. Ну, чувак, ладно, сейчас я тебе оставлю норм дроп, без рофлов. Чувак, меня просил? На! Ого! А как так бросил? Чувак! Сколько тебе хп осталось? Мы 40 хп, ты впервые в жизни бросил по брейну хаешку. Чувак, у меня был, я просто подавался, у меня брейн сейчас включился. О, ты мне сбросил нормальный дроп, да? Давай, чувак, сейчас тактика пенсил. Подожди, тактика пиксель, подожди, пиксель. Тактика пенсил! Чувак, ты это видел? Это называется тактика пенсил. Брат, смотри, как ты относишься к тактике? Возьми в рот. Отрицательно. Ну придется ее полюбить, дровольчики ты моя. 3, 2, 1, попал! Ой, как ты это сделал, чувак? А ты иди! Нет! Ой, я вся. Хорошо, ну как, братик? Я бы тебе советовал бежать побыстрее. Давай, родной. Да ты шо, алё, Брат, а что ты так медленно бежишь? Ты что там рыбы жуешь свои? Имбулечка. Ну все, дядь. Вот прям сейчас я говорю, я 100% тебя вздрыхну. Мужик! Ты нормальный! Ты нормальный! А ты что, грибожур, грибопенч, ты пенчуан вонючий, грибонюх. Нет, тихо, Белл, ты за это очень жестоко ответишь. Ой, я не могу, ты такое дно. О, чувак, ты король дно. Я тебя зову король Эль Дно. Тупо Эль Перхоть. Если я Эль Дно, то ты Эль Пенч. Ты просто пенч, а где ты? Я тебя не вижу. О, нифига. Раз, здорово. С Молотовым уже. Погнал. И шо? А вот так, что скажешь, вот это? Беги, вот это да, давай. Пока прокинул. Беги. 40 хп. У меня 40 хп, бимба. Реально 40 хп? Как сказал бы один наш знакомый, это бимбочка. Братик, слышишь, у меня для тебя плохие новости. У меня для тебя тоже. Ты же опять закрысил где-то. У меня для тебя тоже. Брат, ты же подобрал бомбочку, надеюсь. Я же для тебя специально ставил. Так, и где ты? Короче, смотри, сейчас колмачу. Колмачу тот бот. Все, наказал малого. Ребята, прямо сейчас я вам покажу. Вы понимаете, вероятность моей победы 99.9%. Вероятность победы тик-така 0.1%. Ну что, брат? Не слышишь ты, какой 0.1%, извинись. Не, брат, реально 0.1%. Че, у меня нет вообще ничего. Брат, сейчас будет. Главное, вера в себя, понимаешь? Неважно, какой у тебя друг. Какая вера? Верь в себя, верь в себя. Изменщик. Давай, захидывай. Дядь, я такую мощную хаешку бросил, даже не представляешь. А дыму опять еще нет. М16, родной мой! Дядь, ты что, на приколе? Пошла, ты что мне оставил? У меня денег нет, у меня 0 денег, чтобы ты понимал. Так. Нет! Фу, это было жестко. Ой, я слепой. Слепой, реально? Да, реально. Я слепой. Ай-ой! Давай, гори, ясно, чтобы не погасло. Ребята, прямо сейчас я накажу тик-так. Я на респе ищу, а ты где? Я на респе. Эль дно! Я дроп ищу. Ты где? Ну реально, алло. Я. Подожди, я на ты. Я простреливаю, у тебя нету нигде, алло! Ладно, дефузим. Дефузим. Вантап! Ребята, опыт не пробьется, попытки были, хэштег киберспорт! Хэштег унизил, хэштег дал в рот! Ну что, брат, прямо сейчас, чтобы никто не написал, что я вонючий, Крестенштейн, нуб и так далее, я тебе ставлю очень хороший дроп. Давайте даже до выбора, смотри, дробаш,
Ю или Ю. А, то есть вот так, да? У меня 1200 осталось. Что тебе купить? Быстрее выбирай. Слышишь, а как ты относишься к М60? ЮМП или Дробаш быстрее? Дробаш. Дробаш, хорошо. Я дал тебе выбор. У меня больше еще, у меня ровно ноль. Дядь, без шуток, я тебе стал очень много выбора, потому что я тебя очень сильно уважаю, как моего друга. Ты обалдешь, ты зайдешь туда, там такой выбор, там ассортимент, брат. Ты говоришь, что ты реально стал Дробаш? Чё, ты обнагрел, кто еще Дробаш? Это трындец. Это фабу, если я вообще никого не замочу, ты чё? У меня тоже фабу, алё. Подожди, что сейчас будет битва Дробашей? Фабу получается. Не, у меня еще Зигл есть. Ой-ой-ой. Давай. Ой-ой-ой. Давай, давай, малышка ты моя. Ты где? Нет! Просто вот зубом! Чувак, ты это было в крысу! Ты взял меня и забрал! Просто! Это Абелла, мужики. Чувак, я тебе в рот дал пуля, добавить залетела твой ротик и развертела тебе там всю макуна. Ребята, что можно сказать? Естественно, я подался. Вы что, думаете, что я реально проиграл? Он для меня слишком легкий. Ребят, легчайше. А если я тебе головой подарить не обещал? Я тебе обещал в рот дать, но это будет потом, не переживай. Все будет. Если я пообещал, я выполню, брат. Поэтому готов, чисти зубы, сейчас все будет, родной. Пацаны, читаем и пишем вот такой вот комментарий, обязательно. Дигл дай. И дописываем в рот. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайкосик за это нереально крутое видео. Обязательно подпишитесь. И, конечно же, напишите в комментариях, кого унизить следующего. И хэштег жалко кента. Все, давай, в этом видосе тебя унизили, в следующем уже будем выбирать кого другого. Слушай, это моя рубрика, не твоя. Все, всем пока. Пока-пока.